Русскоязычное население Финляндии – потенциальная жертва расизма. Об этом предупредил еврокомиссар Совета Европы по правам человека. Сейчас в стране наблюдается дискриминация русских в сфере занятости, а также высокий уровень нетерпимости и издевательств по отношению к ним в общеобразовательных учреждениях. Отмечу, что по разным оценкам, в настоящее время в Финляндии проживает до 60 тысяч русскоязычных граждан. Очередной родительский скандал в Финляндии. Снова отняли детей у россиянки. Органы опеки отобрали у женщины сразу 4 малышей. И все из-за слов дочки в школе о том, что папа ее шлепнул. Анастасия Завгородняя живет в счастливом браке с гражданином Финляндии, родом из Судана. Кроме 6-летней дочери, у пары 2-летней двойняшки и мальчик 7 дней от роду. За него мама переживает больше всего. Анастасию не только не пускают к малышу в больницу, но даже не разрешают передать для него грудное молоко. Остальные дети уже отправлены в приют и в ближайшее время могут попасть в приемные семьи. Анастасия в полной растерянности. Теперь ей требуется юридическая, да и психологическая помощь. Официальных обвинений ей с мужем никто не предъявил. Как спасать детей, непонятно. Российский уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов уже в курсе ситуации. Мы обратились в МИД за оказанием помощи, потому что только консульские учреждения на месте могут помочь и действительно оказать квалифицированную помощь. Уже и такая помощь оказывается. Консульские работники с Анастасией связались, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. И я надеюсь, что все-таки юридическая сторона будет безупречной, она должна быть представлена в социальные службы, надо обращаться срочно в суд с обжалованием таких действий. И, конечно, добиваться возврата детей. Астахов называет Финляндию страной, опасной для проживания наших соотечественников. По его словам, финские органы опеки предвзято относятся к родителям-россиянам и особо рьяно выполняют закон о защите детей в смешанных семьях. Вспомнить хотя бы самые громкие истории. Инга Рантала лишилась сына из-за таких же, как в случае с Анастасией Завгородней, мнимых побоев. У Валентины Путкани отобрали дочку, потому что мама не дала ей конфету. Риму Саланин финский суд приговорил к разлуке с сыном, незаконно вывезенным из России. В двух последних случаях матери, несмотря на помощь дипломатов и юристов, пока не могут добиться возврата детей. Министерство иностранных дел России будет следить за ситуацией вокруг изъятия детей из семьи нашей соотечественницы Анастасии Завгородней. Социальная служба Финляндии забрала у женщины 4 детей. Сейчас мать проживает на территории Финляндии, имеет также гражданство этой страны. Женщину с супругом подозревают в издевательствах над малышами, а также в их избиении. По предварительным данным, все началось с того, как 6-летняя дочка Завгородней Вероника сказала в школе, что ее шлепнул отец. После этого сотрудники органов правопорядка забрали Веронику, 2-летних двойняшек и новорожденную девочку, которой исполнилось всего неделя, из семьи. Детей поместили в специальный приют и не дают родителям видеться с ними. Завтра состоится встреча российских консульских работников с представителями социальных властей Финляндии, ведущими данное дело.